Всем привет, дорогие друзья! Я, как обычно, с чашечкой кофе. Надеюсь, что вы тоже при просмотре данного видео будете пить со мной либо кофеечек, либо винишко, либо какой-нибудь чай, вкусный чай. Вот. А я люблю кофе, это уже 18-я чашка за сегодняшний день. Сегодня вопросы, ответы на вопросы. Ответы, вопросы на ответы, ответы на вопросы. В общем, как-то так. Да, очень много в Инстаграм, я тут себе заскриншотил. И поехали, да, сразу сходу. Поехали, поехали. Как привлечь внимание ребенка с раз, плюс умственной отсталостью? Его совсем ничего не интересует. Вообще, мне так нравятся вот эти вот фразы. Моего ребенка совсем ничего не интересует. Он ничем не интересуется. Такого не бывает. Не бывает на планете Земля ребенка, которого ничего не интересует. Ну, так создала природа нас. Нас всегда что-то интересует. Только в разном возрасте нас интересует абсолютно разное. В 3 года одно, в 5 лет совершенно другое, в 10, в 15 лет третье, да? Но вы же тоже чем-то интересуетесь в жизни, да? И не важно, есть у ребенка какой-то диагноз или нет. Его в любом случае что-то интересует в этой жизни, но только другой вопрос, что он не удовлетворяет ваших каких-то хотелок, то есть вам где-то на подкорке, внутри, там, понимаете, в голове кажется, он должен интересоваться вот этим, потому что соседние мальчишки там и дети интересуются этим, а мой, значит, бестолочь не интересуется. Ему неинтересно. Это вопрос к вашему принятию. Нужно в первую очередь принять ребенка таким, какой он есть. Да, и после того, как вы перейдете эту стадию, вы сразу обнаружите, что ваш ребенок интересуется. Даже когда мне родители говорят, вот он может очень долго бегать, прыгать, бегать и скакать, бегать, прыгать, скакать, и ничего его не интересует, его невозможно успокоить. И вот он бегает, 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 бегает. Не бывает. Все равно он рано или поздно, его взгляд цепляется за какую-то деталь. Понимаете? Не знаю, за мусорное ведро. Вот он встал около мусорного ведра и стоит, и что-то его там заинтересовало. И вот наша задача, это мы, взрослые, не видим, потому что у нас мы забыли своих внутренних детей. Это мы, взрослые, либо не хотим видеть, либо мы действительно не видим, скорее всего, второе, не видим, что интересует ребенка. Понимаете, вот его заинтересовало мусорное ведро. Я в качестве примера это привожу сейчас. Это не значит, что сейчас всех детей интересуют мусорные ведра. В качестве примера, потому что это единственное, что у меня сейчас вот под руку попалось. Вот заинтересовало от 4-летнего ребенка мусорное ведро. Как правило, мама что сделает? Уйди оттуда! Включит какую-то сумасшедшую гиперопеку. Уйди оттуда, там же микробы, там же срань болотная, прекрати. Уберет это ведро, а вообще-то ему интересно. Я не говорю о том, что нужно играть с этим мусорным ведром, но как минимум поинтересоваться, что же тебя там заинтересовало. Тебя заинтересовал такой пакет черный мусорный, ну да, давай я тебе достану пакеты и поиграть с ним, лопать эти пакеты. И тем самым вы проявите уважение к его интересу. Для него это в данный момент интересно. Бывает такое? Бывает. Расскажу вам случай. Значит, была у меня консультация. Ну как консультация? Был групповой тренинг в Казахстане, и в перерыве между тренингами мальчик 3 года бегал, достаточно такой тревожный мальчик, потому что он собирал весь мусор и кидал назад, и он не мог видеть, что где-то мусор, даже каждую детальку там, это говорит о его тревожности. Вот. Я не мог его подключить, он не смотрел мне в глаза, он там не обращал внимания, он просто бегал. Вот как раз-таки тот самый случай. Его ничего, ничему его никак невозможно было заинтересовать. Смотрите, в чем главная деталь. Я взрослый человек, 30-летний, жлоб, пытался его заинтересовать. Мне, 30-летнему человеку, кажется, ну, вообще в норме. Ребенку предлагаешь, и он интересуется. В норме это действительно так. То есть, если ты ему предлагаешь какую-то игру, ребенок интересуется. Но я имею дело не с нормотипичным ребенком. Поэтому уровень его саморегуляции достаточно низкий. Это значит, что он еще пока не срегулирован. Он не готов принять мою игру, понимаете? Поэтому, если ваш ребенок, да, вы не можете привлечь его внимание, значит, и не надо привлекать его внимание. Он еще не срегулирован, чтобы принять вашу игру, понимаете? Это вам, как маме или как бабушке, особенно бабушке,
бабушки, да, вот это бабушки очень любят. Он должен читать книжки. Да не должен никому ничего ребенок делать. Это вот хотите читать книжку, и бабушка, берите книжку и читайте. Либо откройте и читайте ему сами. Ну, не надо его заставлять. Но это тема другая. И вот, значит, он бегал, бегал, бегал. Я никак его не мог заинтересовать абсолютно. От слова совсем. Я уже и мусор тоже с ним стал кидать. Никак. Он даже не смотрел в глаза. А потом мама стоит на кухне. Там такой центр, и там кухня есть. Она стоит на кухне, держит его на руках. Я с ней общаюсь. Я ей говорю, вы знаете, вот вам бы игровую терапию подключить, поиграть бы с ним, следовать за ним, да. И тут взгляд ребенка падает на стол. Я думаю, что ж он там увидел на столе? Я поворачиваю, говорю, что ты там увидел, малыш? Что? Что там такое? То есть вот ребенок, вот его лицо, вот он заинтересовался какой-то фигней на столе, понимаете? И я поддерживаю его взгляд. Услышьте меня. Дальше смотрите, какое чудо произошло. Я говорю, что там такое? Я, взрослый 30-летний, пытаюсь понять, ой, он же там заинтересовался. До этого он бегал, прыгал, а тут бац, и замер. Секунд 5 он. Я увидел тарелку, там кубиками порезанные огурцы и канапешка была. Ну, канапешка, знаете, да, такая, бутерброд на зубочистке. А там зубочистка в виде сердечка, наконечник такой, сердечко. Красивая была зубочистка, пластмассовая. Я ему даю эту тарелку, я думал, что огурцами заинтересовался. Но я думаю, дай-ка я дам всю тарелку, вдруг не огурцами, вдруг всей тарелкой. Я ему говорю, да, держи. И он берет эту зубочистку, снимает с этого, значит, весь хлеб, оливки и сыр. И ему так понравилась эта зубочистка, то я тут же говорю руководителю центра, дайте мне упаковку этих зубочисток. И с этими зубочистками мы устроили настоящую игру. И играли, внимание, 20 минут. И 20 минут ребенок сидел и играл. А как мы играли? Мы втыкали эти зубочистки в мягкий пол. Знаете, такой пол в детских центрах, вот у меня тоже такой мягкий. Мы втыкали эти зубочистки. Потом, значит, я втыкаю, ему это понравилось. А дальше я убираю руку, он пытается сделать, и у него не получается. И знаете, что он делает? Он мне дает, смотрит на меня в глаза и дает мне понять, мол, помоги. Я такой, да, конечно, я тебе помогу, смотри. А дальше мы ими пальчиками вот так вот указательный жест отрабатывали, играли. Ну, то есть, это не значит, что сейчас всем детям надо давать зубочистки. Нет, нужно найти, где взгляд ребенка цепляется как минимум хотя бы на 10-15 секунд. Вот уже на протяжении 8 минут я эту тему размусоливаю, но мне же, понимаете, хочется, чтобы вы поняли, поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях. Вам нравится, когда я так подробно разбираю? Или напишите, Ренат, уже все понятно, идем дальше, да? Ну, то есть, как бы, мне же тоже важно понять. Я же вас не вижу, я только читаю ваши комментарии. Поэтому, пожалуйста, поактивнее в комментариях. Напишите, вот вам нравится, когда я вот так вот подробно разжевываю такие вот вопросы. Ну, резюмирую. Значит, да, ребенка ничего не интересует. Не бывает детей, которых ничего не интересует. Бывают безмозглые взрослые, которые не видят, что интересует детей. Вот и все. Да, мы с вами иногда бываем безмозглыми, тупорылыми ослами. Понимаете, или овцами, которые просто не уважают выбор ребенка. И это проблема взрослых, да. И я иногда, бывает, могу не увидеть взгляд ребенка, и я работаю над собой. Но я все-таки уважаю выбор ребенка. Поэтому на первых 5 занятиях, если ребенок у меня низкофункциональный, то есть ребенок не смотрит в глаза, бегает, прыгает, не выполняет диагностические пробы, не знаю, не хочет играть в игрушки, которые я предлагаю, я, как правило, ничего не предлагаю. Лучший способ – ничего не предлагать. Я иду и пытаюсь понять, а что же ему интересно. О, его заинтересовало окно. Классно, полезли на окно. Что там за окно? Понимаете? И не ребенок должен вас понимать, а вы ребенка. Только потому, что вы были ребенком, а ребенок не был еще взрослым. Вот и все. Секрет очень простой. Надеюсь, я ответил на этот вопрос. Если я недостаточно подробно ответил, да, и у вас есть какие-то вопросы по данной теме, да, потому что наверняка посыпется сейчас куча комментариев. Ренат, это все так легко на словах, как же это делать? А у меня совсем другой случай, я пробовал, уже так делать не сработает. Пишите, задавайте вопросы, буду отвечать. Следующий идем вопрос. Я прям так разнервничался, потому что это кофе. Итак, следующий вопрос. Зачем я кричу? Объясните мне, зачем я кричу?
потому что не люблю паузы. Как вы относитесь к логомассажу? Замечательно отношусь к логомассажу, только тогда, когда это нужно. Ненавижу реабилитационные центры, а их, к сожалению, очень много, куда приходит ребенок, ему делают диагностику и прописывают все, что есть в их центре. Томатиз, БАК, биотерапия, логомассаж, общий массаж, бассейн. В общем, все, что есть в центре, мы все вам прописываем в реабилитацию. И ты открываешь папки нескольких детей с разными диагнозами, у них примерно один и тот же коррекционный маршрут. Это называется развод на бабки. Я не буду называть имена центров, хотя могу. Разводят на бабки пипец, как эти руководители этих центров меня ненавидят, потому что я раскрываю их тайну. Понимаете? Ну, как бы, друзья мои, я понимаю, что личное-личное, бизнес-бизнесом, я тоже работаю с детьми, я тоже получаю зарплату, да, у меня тоже это в какой-то степени бизнес, но он адекватный и не токсичный. И если я понимаю, что пришел ко мне ребенок, и я ему не помогу, я родителю так и скажу: я не помогу вам. Вы зря потратите деньги. Идите, пожалуйста, вот туда. И направлю в другой центр. Потому что очень здесь важно, моя основная миссия, это помочь детям на планете Земля заговорить. И я это буду делать не токсичным способом, понимаете, а по каким-то более безопасным. Поэтому логомассажу отношусь замечательно. Есть гуру логопедического массажа Тамильна Светлана Михайловна. Пожалуйста, можете пройти у нее курсы, посмотреть какие-то вебинары, прямые эфиры в Инстаграм. Да, когда была пандемия, Светлана Михайловна с удовольствием проводила прямые эфиры, очень интересные, интересные. Но это нужно только тем детям, которым это действительно нужно, но не всем подряд. Идем дальше. Подскажите игры, если ребенок не понимает обращенную речь. Спасибо за вопрос. Очень много таких вопросов, да? Ребенок не понимает обращенную речь. Какие игры? Во-первых, давайте мы пройдемся по правилам общения с неговорящим ребенком и с ребенком, который не понимает обращенную речь. Правило общения номер один. Это убрать длинные, сложно подчиненные предложения. Короче, словесный понос свой надо убрать. Перестать говорить: «Уйди, господи, посмотри, ты мой зайчик, какой ты, кто это?» Знаете, как педагоги. Это вообще безмозглые, конечно, педагоги, которые, видимо, диплом прокурили в педагогическом институте на задней парте, понимаете? Пропердели все стулья и им диплом дали. Понимаете, они больше никуда поступить не смогли, и смогли поступить только в педагогический вуз, потому что туда поступить легко, там вообще никакого кастинга нет. Вот я когда поступал в театральный, у меня 1500 человек на одно место, понимаете, а брали 40 человек. Вот это кастинг, вот это отбор, сразу профнепригодных убирают. А в педагогическом вузе вот всех подряд берут, и вот эти все подряд потом занимаются с детьми. Я не обсираю педагогов, сейчас опять на меня куча говна польется. Не обсираю, но большинство, что я вижу из просторов Инстаграма, ТикТока, это когда заходит неговорящий ребенок, и опять-таки я провожу кураторство детских центров, я вижу, как занимаются, и приходит на занятие неговорящий ребенок с непониманием обращенной речи, и педагог делает: «Кто ко мне пришел, зайчик, присаживайся за стол, посмотри, у меня есть белая чашка, а где же твоя белая чашка, а давай мы в эту белую чашку будем лить воду, нарзан», и вот этот совестный понос, и у ребенка тревога. Почему? Потому что он не понимает, что от него хотят, ёпрасоте. Это, знаете, это то же самое, что вы приехали за границу, и вы не знаете китайский язык. Вы приехали в Гонконг и не знаете китайский язык. И вам, и, не знаю, и вы попали в какую-то передрягу, вас забрали менты местные, и вот вам питаются. И вот вам что-то говорят, и вы в панике, вы в тревоге, потому что вы ни хрена не понимаете, что от вас требуют. То же самое. Согласны? Согласны. Я вот не знаю иностранного языка, но я знаю короткие инструкции, чтобы меня поняли иностранцы. То есть, give me please, не знаю, там, Wi-Fi, это там, beer. Кто-то там кричит, опять у меня ёпарс это за стеной. Ну, то есть, я знаю короткие фразы. Да? И то есть, когда я вступаю в коммуникацию с иностранным человеком за границей, то он тоже он понимает, что я no understand English, и он пытается тоже мне короткими фразами объясниться, как бы шарады играя, упрощая свою речь. То же самое с ребенком, который не понимает речь.
С ним нужно говорить простыми, короткими инструкциями. Почему инструкции? Инструкция подразумевает глагол. Почему глагол? Потому что об этом писал еще Станиславский. У людей глагольное мышление. Понимаете? Я сейчас говорю, но по внутреннему глагольному действию я пытаюсь достучаться до безмозглых логопедов. Простите. Надеюсь, что меня такие не смотрят. Меня смотрят только талантливые. Только Каримова смотрят только талантливые. Вы у меня самые талантливые. Мои бусинки. Итак, идем дальше. Соответственно, сажать ребенка с непониманием обращенной речи, с неговорящим вообще за стол, вообще сажать детей дошкольного возраста за стол, это вообще просто, для меня это вообще какая-то история непонятная, если он только сам не хочет сидеть за столом. Заниматься на полу, потому что задача дошкольника это вот там, вот на полу все. Тем более детей с задержкой, понимаете, психического, речевого развития, детей с аутизмом. Все на полу играем, ползаем, коряги какие-то, понимаете. Дальше. Это короткие инструкции, желательно глагольные, да? То есть, задача. Вот есть стакан с водой и есть тарелка. Не надо говорить, лей из чашки воду в тарелку. Нет! Это как бы понятно, и вот ему ничего не понятно. Поэтому просто лей. И очень часто мне специалисты пишут, ну, вы понимаете, это опять-таки вот эти специалисты, которые не понимают этих правил, они мне пишут, а что вы так сухо разговариваете, можно же сказать, пожалуйста, сейчас я еще, на будьте любезны, буду разговаривать с неговорящим ребенком. Он не понимает слово «пожалуйста», он вообще не соединяет два слова, он не понимает речь, поэтому ему нужно просто «лей», четко, внятно, громко, уверенно. Вот и все. «Лей», «сыпь», «кидай», «рви». Когда он начнет понимать и мыслить глаголами, глагольное мышление у него подключится, об этом писал Станиславский, почитайте, в чем уникальность была Станиславского. Когда Станиславский пришел в театр, он сказал, актер на сцене должен действовать, действие – это глагол, действовать должен, потому что глагольное мышление у людей, внутренний, внешний глагол должен быть, попадать в партнера. Вот и то же самое у детей добиваемся, они не понимают речь, потому что не понимают инструкций. Внедряем инструкции, короткие фразы, понятно, да? Ты проснулся, ты сидишь, ты радуешься. Вы можете даже проговаривать с ним эмоции. Второе, убрать вот это вот, куда это мы с тобой пришли? Кто это мы? Простите. Поэтому, куда ты пришел? Да, обращаться к ребенку по имени. Желательно на ты. Ты пришел, ты сидишь и так далее. Ну и, конечно же, это работа со специалистами. Это однозначно. Ой, горячий сегодня. Друзья мои, у нас еще есть чуть-чуть время. Напишите, пожалуйста, не слишком ли я груб? Хотя мне там написали, Ренат, все хорошо, но вы же детский педагог. Как вы можете ругаться матом? Ну, дорогие мои, ну кто так пишет? Ну, включите свои мозги. Вы находитесь на YouTube-канале. Для того, чтобы набрать просмотры, нужно хайповать, понимаете? Это закон. Ну так, ну вот если я буду скучно рассказывать, да вы же ни хрена слушать не будете, понимаете? Вам же будет скучно меня слушать. Поэтому приходится включать периодически какой-нибудь пиздец. Простите. Ну а что делать? Идем дальше. Поэтому смотрим мои видеоролики на YouTube-канале без детей. За исключением детских роликов. Да? Вот так вот. Надо понимать, на какой площадке ты вещаешь. Вот. Дальше идем. Вопрос. Прекрасный вопрос. Я думаю, что я успею за это время. Успею. Разобрать или нет? Сейчас, подождите, я подумаю. Ладно, разберу. Значит, в каком возрасте обучать детей алфавиту? Ой, больная моя тема. Недавно увидел ролик, где стоит педагог с указкой, а на стене висит алфавит, причем прописан А, Б, то есть Б и Э, Б, В, Г, Д. Прям прописано все, прописано. И стоит ребенок, год и семь. Почему год и семь? Потому что там было написано год и семь. И она поет А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, Э, К, Л, М, Н, Н. И, короче, она поет и еще указкой показывает. Стоит ребенок в год и семь в памперсе и вообще не втыкает. Малышка вообще шикарная, ребенок шикарный, такая бояшка, такая прям классная, я посмотрел их тикток, шикарный, и мама шикарная, и папа вообще, все, семья шикарная, но просто семье
понимаете, лапшу на уши навешали, и семье сказали, а ваш ребенок, он будет знать алфавит в год и 7, уже в 2 будет знать алфавит, буквы, цифры, уже станет великим математиком, а как бы родители, они идут за вот этой модой маркетинговой, понимаете, клуб маркетинговый ход сделал, причем даже мне кто-то из этого клуба писал, Ренат, вообще-то это методика там кого-то, какого-то Аделаиды, какой-то Степанны методика, это вообще-то распевка, какая нахрен разница, распевка или нет, вы что, не можете придумать йопарасетейка, другую распевку, у вас не хватает фантазии и мозгов, но не буквы, буквы не надо дошкольникам, пожалуйста, родители, уберите, не надо, потому что по законам созревания нервной системы, все природой заложено так, что ребенок должен наиграться в свои игры, изучать этот мир тактильно, всеми сенсорными системами, и его нервная система подготовится самостоятельно к тому, что у него будет автоматический интерес к этим буквам, понимаете, он сам это все воспримет, и тем более обучать буквам, это вообще Б, В, Г, Д, мы звуки учим, друзья мои, потом они будут вам читать неправильно, и бедные педагоги будут переучивать потом, и ребенок будет получать стресс, поэтому буквы с дошкольным возрастом не изучаем. Алфавит вообще забыли, что такое алфавит. Лучше, понимаете, не знаю, отправить ребенка к бабушке на дачу, чтобы он собирал колорадских жуков в керосиновую банку, понимаете? Или, не знаю, копал картошку ребенок, не знаю, ходил в резиновых сапогах по лужам, бегал, слетал с горки, раскапывал, закапывал, белил деревья, субботники, резиночки, классики, вышибалы, казаки-разбойники. Почему, ёпарасоте, эти игры ушли, в моем детстве они были. Я не такой же, друзья мои, древний, понимаете, мамонт. Мне 30 лет всего, мне уже 30 лет. Помните, как у этого... пародия на Левитанского, кто ж писал-то это, не помню, про муху-цокотуху, да, ей за 30 лет, она не в духе, в том, как она курит и острит, чувствуется скепсис и гастрит, кто же это написал-то? Ой, все забыл, напишите в комментариях, если вспомните. Кто пародию сделал на Левитанского в стихах? Кто написал сказку этого про... Федота Стрельца, Удалого Молодца. Короче, я не помню, я забыл. Правда, представьте, вылетело с головы. Филатов, во, Филатов. Вот, все, все, Лен Филатов. Я все вспомнил, Филатова, прочитайте. Вот, к чему я это говорил, не помню, но не суть. Суть в том, что не надо детей дошкольного возраста мучить буквам. Не надо. Понимаете, потому что сейчас почему-то многие родители думают, мой ребенок просто сидит, он же ничем не занят. Он должен обязательно чем-то заниматься. Не надо. Пусть сидит и сидит спокойно. Идите себе спокойно в ванну, сделайте маску для лица, включите медитацию. Ребенок 40 минут сидит, не трогает вас. И самостоятельно залип там на какой-то рисовашке. Ну и пусть рисует, бога ради. Развивается, успокаивается, тренирует свою саморегуляцию. Все, закончили. Друзья мои, какие-то вот прям вопросы хочется поинтересней. Поэтому напишите под этим видео какие-нибудь вопросы мне, да, интересные, вот, ну и простите, уважаемые, тем, кому режет слух моя простая речь на YouTube-канале, то я приглашаю вас на свои вебинары, там я общаюсь поспокойней, хотя иногда периодически заносит меня, вот, спасибо всем большое, побежал, вот, до новых встреч, буду ждать ваши вопросы в комментариях под этим видео.